Знаете, я бы, наверное, по первому дню подчеркнул бы, да, встречу и знакомство непосредственно с Тимуром Аслановым, потому что давно за этим человеком наблюдал, и наконец-то, да, осуществилась такая маленькая мечта встретиться вживую, пообщаться, обсудить какие-то вопросы. Второму дню в конференцию, опять же, из всех участников, повторюсь, все спикеры были хороши, то есть каждый выступал со своей темой доклада, и темы, они были уникальны. Но я бы, наверное, выделил бы Дмитрия Богданова с его темой видеоконтента, потому что в 2019 году видеоконтент – это важная часть продвижения в рекламе, в контекстной рекламе, да, в таргетинге и непосредственно в социальных сетях. То есть 2018 год он только наступал, и видеоконтент у нас захватывался. То есть в 2019 году без видеоконтента, но делать в социальных сетях нечего абсолютно. Мне очень все нравится, я очень люблю посещать такие конференции. Спасибо руководству, что отправляют, потому что только в учебе получается развитие, применение опыта, знаний, которые все ориентированы на результат. Очень эмоционально, очень интересные, насыщенные доклады, и, естественно, все делятся своим опытом. То есть самое такое, наверное, положительно это то, что обмен опытом, это то, что это максимально приближено к практике, не теория, не скучные какие-то кейсы, а все только с практической точки зрения, наверное, в этом самая большая ценность. Еще раз удивляюсь тому, что у Тимура всегда аншлаг, так много людей, так много приезжают издалека. Редко в Москве удается и поделиться опытом, и послушать обратную связь от тех, кто трудится в регионах и проходит некоторые ситуации более сложные даже порой, чем мы сталкиваемся в Москве. И для меня эта конференция прежде всего возможность пообщаться, познакомиться, поделиться опытом, услышать обратную связь от людей и специалистов из самых разных областей нашей страны и СНГ. В первую очередь, конечно, хочется отметить атмосферу и, наверное, практическую значимость мероприятия, потому что очень важно не просто принять участие и что-то там послушать, а вынести для себя какие-то практические вещи, которые можно применить в своей работе. Вот в этом плане бы очень хотелось отметить, что большинство спикеров дают конкретные советы, конкретные рекомендации, и мы их уже можем переработать и применить в своей практике. Рабочие инструменты, методы современные, последние тенденции, потому что для регионов это именно очень важно. Только что завершили конференцию «Эффективная пресс-служба-2019». Очень драйвово прошло мероприятие в этот раз. Еще больше интересных кейсов, еще больше интересных спикеров. Стараемся как можно больше приглашать спикеров из регионов, из реальных компаний, организаций, государственных структур. Эти кейсы реально очень важны участникам. Ну и сами участники были рады мы увидеть. И тех, кто ездит к нам ежегодно, постоянно, и очень много новых участников, которые приезжают первый раз и втягиваются вот в эту нашу орбиту, в наш клуб пиарщиков, который вокруг наших мероприятий существует. Отлично все прошло.